Вы смотрите «Углегорские новости». В студии Анастасия Черкозьян. Здравствуйте. Вместе с моими коллегами я расскажу вам о том, что происходило на этой неделе. Вначале коротко о главном. Главная елка района зажгла свои огни. Открытие проходило нетрадиционно. Наша съемочная группа запечатлела события. Ущерб от схождения отвалов Солнцевского угольного разреза подсчитали в Углегорском районе. Во сколько сотен миллионов оценили угольный беспредел? На Углегорскую больницу и Шахтерскую хлебопекарню пожаловались в прокуратуру, что возмутило жителей. Этап чемпионата WorldSkills состоялся в Шахтерске. Зачем школьники разбирали двигатели и собирали дроны? Главную елку Углегорского района наконец зажгли. Без ковидных ограничений не обошлось, поэтому о времени жителям не сообщали. Наша съемочная группа это событие не пропустила, и мы готовы показать, как это было. Традиционно в этом году елку не открыли. Не было конкурсов, гуляний и праздничного концерта. Причина – ковидные ограничения. Массовые мероприятия, в том числе на улице, запретили. Несмотря на это, жители района Дед Мороз поздравил. Дорогие жители Углегорского округа, передаю вам свой морозный привет. И от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Этот год был сложный, зато он научил нас по-новому жить, еще крепче дружить, заботиться и верить в чудо. Однако праздник был, хоть и маленький, но такой же эмоциональный, как прежде. Дед Мороз, Снегурочка и волшебные животные прошли по Углегорску с подарками для праздничного настроения. Чтобы не создавать скопление людей, о времени не сообщалось. Весь мир сегодня защищается от хвори. И я, конечно, не остаюсь в стороне. И поэтому сегодня не чинил большого народного гуляния. Но Новый год никто не отменял и не отменит. Праздник придет вовремя, без опозданий. Для меня ровным счетом ничего не изменилось. И поэтому я здесь, чтобы зажечь огоньки на елке и дать старт новогодним праздникам Углегорского городского округа. После короткой программы огни на новогодней елке все же зажглись. Правда, наблюдали за этим случайные прохожие. Для всех остальных наша съемочная группа запечатлела это праздничное событие. Раз, два, три, ну-ка, елочка, гори, радость всем нам подари! Ох, какая красивая елочка! В ближайшее время в Углегорском районе стартуют праздничные мероприятия. Дети и взрослые смогут посетить утренники и сказки. События не тайные, поэтому всех желающих ждут с нетерпением. Билеты уже в продаже. Дарья Кораблева, Алексей Пудовкин, Углегорские новости. После техногенного происшествия в Углегорском районе прошло 5 месяцев. Появились первые серьезные итоги многочисленных проверок и расследований. Напомню, в июле этого года возле Краснополья сошли отвалы Солнцевского угольного разреза. Все подробности у Алины Голоскок. В этой папке многочисленные обращения углегорских новостей в надзорные органы за последние 4 месяца. Прокуратуру, в том числе генеральную, Росприроднадзор, агентство лесного и охотничьего хозяйства, агентство по рыболовству и многочисленные ответы на них. Спустя 5 месяцев после экологической катастрофы в долине реки Желтой появились первые итоги проверок и расследований. Лес и почвы, уничтоженные отвалами, областное агентство лесного и охотничьего хозяйства оценило почти в 105 миллионов рублей. Заплатить эту сумму Солнцевский разрез мог в добровольном порядке, но нет. Теперь вопрос решается в арбитражном суде. Практика довольно распространенная. Чтобы не платить огромные штрафы, виновные тянут время, проводят дополнительные экспертизы и так далее. В общем, делают все, чтобы платить пришлось меньше. Вспомним интервью Олега Месевры. Оно вышло на областном канале 19 августа 2021 года. Для этого существует как раз закон, который говорит, что если ты нарушил что-то, ты должен восстановить. То есть мы очень четко, мы ответственные люди, мы понимаем, что мы там первое, мы заплатим все штрафы, которые нам начислят там контролирующие органы. И второе, мы займемся сейчас лесовосстановлением и, конечно, будем восстанавливать лес. То есть мы ни от чего не отказываемся и свою и ответственность себя, как я уже сказал, не снимаем. По всей видимости, слова угольщика не имеют ничего общего с реальностью. Платить начисленные штрафы в добровольном порядке разрез, очевидно, как раз отказался.
Еще одна доказанная вина угольщиков – загубленная река Желтая. По оценкам Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора, это еще почти 100 миллионов рублей, плюс штрафы на общую сумму в 290 тысяч. За несоблюдение требований по охране окружающей среды при сборе и накоплении отходов производства, нарушение правил охраны водных объектов и порчу земель. Не отстает от Солнцевского разреза и разрез Башняковский. За негативное воздействие на окружающую среду в 2018 и 2019 годах предприятие должно было заплатить 145 миллионов рублей. Частично заплатило, однако львиную часть суммы нет. Это более 137 миллионов, плюс штраф за просрочку платежа более 7 миллионов рублей. Эти деньги Росприроднадзор взыскивает сейчас через суд. Еще почти 480 миллионов рублей Башняковский разрез должен был за уничтоженный лес. По данным нашей телекомпании, уголь добывали, не оформив землю в аренду. Тут тоже суд и тоже в процессе. Нарушений у Солнцевского и Башняковского разрезов, очевидно, гораздо больше. Мы перечислили самые масштабные. Есть и десятки других. В общей сложности, по данным надзорных ведомств, угольщики должны порядка 830 миллионов рублей. Причем большая часть этой огромной суммы, согласно положениям Бюджетного кодекса Российской Федерации, должна поступить в районный бюджет. Мы посчитали, это более 770 миллионов рублей. Чтобы лучше понять, сколько это, сравним с местным бюджетом. По данным финансового управления местной администрации, в 2022 году собственные доходы муниципалитета составят примерно 715 миллионов рублей. Остальное – областные деньги, порядка 2,5 миллиарда. То есть то, что угольщики по закону должны заплатить в местный бюджет, превышает годовой доход муниципалитета. Что можно сделать почти на 800 миллионов? Нужд очень много у района, где грязная вода, отравленный угольной пылью воздух, удушливый дым горящего и тлеющего угля, постоянные взрывы по соседству с населенными пунктами. О каком экологическом благополучии и достойной жизни людей может идти речь? Вместо того, чтобы заплатить начисленное по закону, угольщики, по всей видимости, хотят лишь снизить эти штрафы. Углегорские новости обратились к угольщикам за комментариями, но ответов не получили. Расследованием серьезных экологических происшествий, случившихся в Углегорском районе в этом году, сейчас занимается Следственный комитет. В производстве первого отдела по расследованию особо важного дела Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 246 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ в Углегорском районе. В июле 2021 года на складе хранения произошел сход грунта на участке местности, расположенном по течению реки Желтая, на протяжении устья реки Анная выявлено замутнение воды. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Для установления вреда и ущерба, причиненного окружающей среде, назначена экологическая экспертиза, производство которой в настоящее время не окончено. В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям лиц, ответственных за проведение работ. Расследование продолжается. Алина Глазкок, Алексей Пудовкин. Углегорские новости. В конце ноября первый заместитель прокурора области Андрей Колесников провел приемы в Углегорске и Шахтерске. Жалоб было много. Переселение из аварийного жилья, ЖКХ, медицина. Была на приеме и сотрудница Углегорской центральной районной больницы. После выхода сюжета на нашем телеканале в городскую прокуратуру с жалобами обратились еще порядка 10 человек. Не только медицинские работники, но и пациенты ЦРБ. Люди недовольны качеством медицины и исполняющим обязанности главного врача. По всем обращениям сейчас проводится проверка. Ее результаты станут известны позже. Еще одна серьезная жалоба касается шахтерской пекарни, которая находится в селе Ударном. По словам жителя Шахтерска, хлеб и хлебобулочные изделия пекут в здании, где раньше была ламповая шахта Ударновская. Тут хранились щелочные шахтерские фонари. Их постоянно заряжали, промывали, меняли в них щелочь. Факт, по мнению шахтерца, несовместимый с пищевым производством. Проверка этого обращения на особом контроле областной прокуратуры. Ее проводят с привлечением специалистов Роспотребнадзора. В настоящее время проверка в отношении шахтерской пекарни номер 1 не окончена. По результатам, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования к собственникам и изготовителям продукции. В Сахалинском горном техникуме прошли соревнования WorldSkills Junior 2021. В чемпионате молодые профессионалы участвовали школьники Углегорского района в трех компетенциях. Есть победители. Дарья Кораблева продолжит.
Углегорский район стал первым в проведении муниципального этапа среди юниоров. Главная миссия движения – дать подросткам возможность осознанно выбрать профессию, а также получить опыт. Участие приняли ученики школ Углегорска и Шахтерска от 12 до 16 лет. Это наш дебют с вами сегодня. Как говорят, первый блин бывает комом, но я уверена, что у нас не будет комом, у нас состоится все хорошо. Вы будете первые, начнете эстафету, и мы запустим эту эстафету по всем муниципальным округам Сахалинской области. Школьники показали свои знания в трех компетенциях. Одна из них – ремонт и обслуживание легковых автомобилей. Главная задача – полностью разобрать и собрать двигатель по определенным техническим показателям. Эксперты компетенции уверяют, несмотря на небольшой возраст участников, парни со своей задачей справились. Учитывая уровень подготовки, сколько у них было, они пришли, некоторые вообще не знали, как ключи выглядят. Буквально несколько дней тренировки, и сейчас уже показывают неплохие результаты. То есть есть, конечно, недочеты, неточности, но это все нарабатывается, то есть с уровнем подготовки вырастем. Еще одна непростая компетенция для юниоров – разработка виртуальной и дополненной реальности. Необходимо построить баскетбольное поле виртуальной реальности, полностью смоделировать 3D-модели площадки и мяча. В команде работают по 2 человека. Вот это, ну, достаточно сложно, но команда ребят подготовлены, уже весь этот механизм пройден, то есть похожие задания были решены, поэтому как бы ребята справятся. Вот. Единственное, самое главное, это уже их подход, командная работа, насколько быстро они справятся за 4 часа выполнить такое задание, потому что там в коммерческих организациях такое делают несколько там недель, то есть это, ну, достаточно сложное задание. На эксплуатации беспилотных летательных аппаратов ребята очень сосредоточены в работе над созданием дрона. Чтобы собрать беспилотник, нужны базовые знания по электротехнике, физике, основам программирования, знать, как работает пропеллер и понимать, что такое центр тяжести. Сейчас ребята у нас собирают беспилотный летательный аппарат. У них задача собрать, настроить программную часть, то есть полетный контроллер. У них будет задача по пайке элементов, то есть по пайке проводов. И также у них будет задача по пайке микросхемы для квадрокоптера. Вот. После сборки беспилотного летательного аппарата они должны будут взлететь в специально отведенном для этого месте в полетном кубе. Взлететь и показать удержание высоты. По итогам муниципального этапа молодые профессионалы Артем Гудков и Кирилл Котов стали первыми в компетенции разработки виртуальной и дополненной реальности. Софья Таева одержала победу в эксплуатации беспилотных летательных аппаратов. А Никита Чекменев – лучший по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей. Победители этого этапа войдут в региональную команду и представят Сахалин в финале национального чемпионата. Молодые профессионалы. Дарья Кораблева, Александр Гагаркин, Углегорские новости. Точечное благоустройство затронуло Углегорскую доску почета. На этой неделе демонтировали буквы. Частично они отсутствовали. Объект давно нуждается в обновлении. Привести его в порядок хотели с помощью проекта «Формирование комфортной городской среды». Но в финал доска почета не вышла. Букв на ней становилось все меньше. Оставшиеся демонтировали работники УДТХ. Часть букв на доске почета была утрачена. И поэтому было принято решение демонтировать полностью все буквы, так как, ну, вид создается такой неприглядный в городе, в центре города. Кстати, кроме букв, с доски почета исчез снимок углегорского тренера и общественника Александра Койнова. Кто убрал фото и зачем, неизвестно. По вопросам рекламы, объявлений и бегущей строки обращайтесь к нашим специалистам. Телефоны 8 42 432 43 021 и 8 924 283 04 47. Прямо сейчас короткая реклама, а далее мы продолжим рассказывать о других важных событиях этой недели. Оставайтесь с нами. В мини-маркете «Апельсин» – продукты на любой вкус, свежая выпечка и готовые блюда. Оплачивайте накопительными бонусами до половины стоимости покупки. Действуют спецпредложения и акции. Только у нас есть корзина доброты, где все желающие могут оставить товары для тех, кто в них нуждается. Приходите, ждем вас!
Углегорском районе проверили автобусы. Инициатор проверки – местная ГИБДД. Сколько нарушений и какие, расскажет Валентина Каменская. Сотрудники Углегорской ГИБДД проверили работу транспортников. Не только регулярные пассажирские перевозки, но и автобусы, которые доставляют сотрудников до работы и обратно. Первый рейд прошел в районном центре. Всего нарушений почти два десятка. Отсутствие действующих техосмотра и страховки. Из серьезных – автобус с неисправностью, при которой его эксплуатация запрещена. Еще инспекторы зафиксировали нарушения режима труда и отдыха водителя, а также случаи езды шофера с непристегнутым ремнем безопасности. ГИБДД провела первую проверку автобусов, предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров в Углегорском районе. По итогам этой проверки выявлено 19 нарушений. К ответственности уже привлечены водители и должностные лица предприятий. Такая сплошная проверка автобусов была первой, но не последней. Проводить подобные профилактические рейды местная ГИБДД планирует регулярно. Валентина Каменская, Алексей Пудовкин, Углегорские новости. Смертельная трагедия случилась в Углегорске. Оборвалась жизнь 15-летнего подростка. Об исчезновении Кирилла Викулова ученики 9 класса Углегорской школы номер 1 стало известно во вторник, 21 декабря. Рано утром 20 декабря около 5:30 он вышел из дома и пропал. Поиски девятиклассника 21 декабря результатов не дали. Сотрудники полиции прочесывали город, добровольцы на снегоходах обследовали окрестные сопки. Утром 22 декабря поиски продолжили. К ним подключились несколько десятков волонтеров. Разделившись на группы, вновь стали прочесывать город. В первой половине дня подростка нашли мертвым на территории Углегорского бумзавода. По предварительным данным, без признаков насильственной смерти. По факту случившегося проводятся проверки. Предстоит установить причины и обстоятельства смерти юноши. Назначены судебные экспертизы. Углегорской городской прокуратурой в настоящее время организована проверка по факту случившегося, в том числе по ограничению свободного доступа на заброшенное промышленное предприятие, так называемый бумзавод, после чего будет дана оценка действиям соответствующих должностных лиц. Кроме того, организована проверка в части исполнения законодательства, профилактики предупреждения правонарушений и преступления несовершеннолетних. Любители снегоходов и автомобилисты портят Углегорскую лыжную трассу. Сотрудники спортивной школы имени Карпенко каждый год накатывают трассу для жителей и гостей Углегорского района. К тому же подготавливать снег к лыжному сезону достаточно тяжело. Сейчас идет активная подготовка к рождественской гонке, которая традиционно собирает около сотни лыжников. Трассу не получится подготовить к этому событию, если любители снегоходов не найдут других мест для катаний. Хотелось бы просто, может быть, обратиться к жителям, что давайте все-таки уважать друг друга, потому что мы тратим определенные средства и силы свои. Человек у нас катает эту трассу и утром, и вечером ради того, чтобы мы смогли подготовить лыжню и для детей, и для взрослых, и для спортсменов, и просто для любителей. Я считаю, что на снегоходе можно найти место покататься, не приводя трассу там неизвестно во что. Свой 25-й день рождения отметил один из самых ярких творческих коллективов района – ансамбль народной песни «Сахалинские узоры». Свою историю участники хора рассказали нашей съемочной группе. Уже 25 лет ансамбль народной песни «Сахалинские узоры» радует жителей на каждом мероприятии своей энергичностью и душевностью. Народная песня – это настоящее общение музыкантов со слушателями. Радостные и грустные мотивы – все подвластно этому жанру. Я ни грамма не жалею, потому что я очень люблю петь. Пою я с детства. На утренников 3 года давала новогодний праздник, поэтому для меня это все. Галина Матрёнина все 25 лет поет в ансамбле. Женщина утверждает, песня помогает жить, поэтому хобби свое любит. Даже написала стихотворение о сахалинских узорах. И что становимся мы старше, ты друг, подружка, не жалей. Нам песня помогает в жизни, мы очень благодарны ей. Так пусть живи, ансамбль сахалинский, и восхищай вокруг своих друзей. Руководитель Надежда Клюева рассказала, что идея создания ансамбля семейная. Началось все дома, там женщины пели песни. Решили это дело превратить не только в любимое хобби, но и чтобы каждый такой исполнитель мог найти место по душе. И когда я пришла во Дворец культуры, тогда он еще находился, то их идея была вместе, как бы вместе обговорили, что вот бы создать такой бы коллектив, где звучали бы русские песни, протяжные, веселые. И так вот и зародилась мысль. И мы стали как бы
инициативно объединять людей. К тому же в городе очень много желающих было присоединиться к нам. Записаться в ансамбль народной песни «Сахалинские узоры» может каждый желающий по телефону 8-424-32-31-688. Репетиции проходят в свободное от работы время. Дарья Кораблева, Александр Гагаркин, Углегорские новости. Новогоднюю елку смогут приобрести жители Углегорского района. Елочные базары будут работать всего два дня – выходные 25 и 26 декабря. Стоимость живой ели – от 1000 рублей. Купить ее можно будет на ярмарочных площадках по двум адресам. В Углегорске на улице Победы 188А, в Шахтерске на улице Мира 3А. Ярмарки будут открыты с 10 до 15.00. Новогодний турнир по мини-футболу среди детей школьного возраста состоялся 23 декабря в спорткомплексе «Углегорский». Самые спортивные приняли участие и показали способности на поле. Дарья Кораблева продолжит. В новогоднем турнире в спорткомплексе приняли участие 4 юношеские команды, 2 углегорские и 2 шахтерские. Игра совсем не детская, эмоциональная и напряженная. Спортсмены настроены решительно не только забить мяч в ворота, но и не подвести тренера и команду. Это командная игра, и ну, просто много друзей становится, и приятно играть. В соревнованиях приняли участие юноши от 10 до 14 лет. Такие матчи позволяют приобщать детей и их родителей к занятиям спортом и совершенствовать их физические навыки. Конечно, забил 2 мяча, но как бы даже не думал, что мы с таким счетом выиграем. Конечно, мы проигрывали 3-0, но потом как-то собрались, вышли самые сильные, мы начали уже выигрывать. Ну, главное, типа, победа. Мы сейчас боремся за первое место. Понятно всем. Еще раз, парни, с полной концентрацией на каждый момент заряжаемся. По словам тренера Никиты Таха, новогодний турнир больше тренировочный, где ребята показывают свои навыки, наработанные за год. Это дает возможность тренерам вовремя увидеть ошибки, чтобы потом над ними работать. В детском футболе закладывается тот фундамент, да, та техника, та тактика, физические действия, которые в дальнейшем помогут им в игре. Поэтому с детьми намного сложнее работать, они тем более эмоционально гибкие, да, чем взрослые. Поэтому к ним нужен индивидуальный подход, и каждому нужно объяснить, как правильно нужно действовать на площадке. Под тренерством Никиты Таха углегорские команды заняли первые и третьи места. Команды из Шахтерска тренера Петра Щербатых тоже показали хороший результат. «Кристалл» занял второе место, команда школы номер 2 Шахтерска – четвертая. Дарья Кораблева, Александр Гагаркин, Углегорские новости. Это были Углегорские новости. Прямо сейчас смотрите прогноз погоды. Наш выпуск на этом завершен. Увидимся через неделю. Всего доброго! Служба Гизметео сообщает, снег и метели ждут нас на следующей неделе. Завтра в Углегорском районе ожидается пасмурная снежная погода. Температура воздуха 11-12 градусов ниже нуля, порывы ветра до 20 метров в секунду. В воскресенье, по прогнозам, также пасмурно пройдет снег. Температура от 12 градусов днем до минус 16 ночью. Скорость ветра увеличится до 25 метров. В понедельник прогнозируется облачная погода и снег. Температура днем до минус 14 градусов, ночью похолодает до минус 16, ветер разгонится до 20 метров. Во вторник погода станет потише, но ночью похолодает до 20 градусов. В светлое время суток ожидается минус 16. Среда будет пасмурной, возможен снег. Минус 15 градусов днем, минус 19 ночью. Ветер умеренный. В четверг, по прогнозу, будет пасмурно, пройдет снег. Днем на улице будет до 15 градусов ниже нуля. Ночью похолодает до 20 мороза. Ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. В пятницу, в канун Нового года, синоптики предсказывают облачную погоду, снег. Ветер с порывами до 15 метров в секунду. Термометры покажут от 15 до 17 мороза. Это был прогноз погоды на неделю. Всего доброго!